Центр по организации временной занятости обучающихся создан в структуре Департамента по молодежной политике Казанского университета весной 2020 года. На утренней планерке директор Департамента по молодежной политике Казанского университета Юлия Виноградова рассказала о новой программе по реализации трудоустройства через штабы студенческих отрядов. Все подробности далее. В 2020 году через штабы студенческих отрядов было трудоустроено 171 обучающийся. В этом году по уже заключенным соглашениям между организациями студентами и между строительными отрядами нашего университета планируется, что примут участие 370 обучающихся. Трудовой семестр начинается порой именно уже с мая, с июня. Министерство науки и высшего образования было направлено ряд писем, в которых говорится о поддержке членов студенческих трудовых отрядов и об организации, соответственно, досрочной сдачи экзаменационной сессии. И было также недавно письмо, которое приходило в адрес вуза, в том числе и в наш университет, где как раз мониторилась ситуация, было ли оказано содействие. Юлия Виноградова подчеркнула, что по обращениям обучающихся и по досрочной сдаче сессии ситуация положительная, и большинство вопросов решено. В рамках реализации программы по трудовым договорам на сегодняшний день в университете трудоустроены 243 студента-сотрудника. Мы взяли за основу, что студент-сотрудник, а не сотрудник-студент. То есть те, кто является уже научным сотрудником, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником и является магистром, допустим, обучающимся, то есть мы, соответственно, эти должности не включали. В этом году уже подготовлены более 500 вакансий на летний период и доводятся до студентов Казанского университета. Студенты, которые нуждаются в трудоустройстве, обращаются в Центр временной занятости. Там есть вакансии внутри университета, вакансии, которые нам прислало Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, там связана работа в лагерях Республики Татарстан. Также вакансии, более 200 вакансий с сайтов по поиску работы, мы сделали такую подборку, и вакансии от наших партнеров. Для того, чтобы студентам помогли в поиске работы, нужно написать в группу Центра по организации временной занятости студентов КФУ в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм. Также Центр делает рассылку вакансий по студентам и старостам групп. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.